Меньше времени в очередях в регистратуру и перед кабинетом врача, а значит, выше эффективность работы. И это уже не перспектива, а реальность ряда городских поликлиник. Пятый год на Южном Урале реализуется проект «Бережливая поликлиника». Как он работает, узнавала Юлия Бударина. В поликлинике обычный приемный день, у врачей полная запись, но ни у кабинетов, ни в регистратуре очередей нет. Да и саму регистратуру не узнать. Давно не была я в этой поликлинике, вот пришла на диспансеризацию. Вот. Очень приятно, меня удивило. Очереди нет нигде. Очень. И обращение хорошее в 21-м кабинете. Все объяснили, все рассказали, как, что пройти, куда. Везде дали талончики. Записаться на прием к врачу можно при непосредственном обращении в регистратуру, по телефонам колл-центра и на сайте госуслуг в случае экстренной помощи. У нас работает неотложная помощь и оказывается помощь в течение 2 часов. Это вызов неотложной медицинской помощи. Архивом теперь занимаются не все регистраторы сразу, а только один из сотрудников. Сейчас компьютеризированные рабочие места. Талон статистически уходит на 5-й этаж в картохранилище, принимается операторами картохранилища. И далее картоноши разносят амбулаторные карты по кабинетам. Это небольшое изменение сэкономило уйму времени и врачам, и пациентам. Ну, конечно, легче стало работать там. Все больше и больше у нас записываются люди по телефону. Теперь стена между пациентами и медиками в прямом смысле разрушена. Здесь просторный и светлый холл. Стеллажи с медкартами убраны в отдельное помещение. На освободившемся пространстве места для посетителей. Регистратор теперь скорее консультант, который поможет. Пациенты приходят точно ко времени и по записи, и уже не выясняют, кто за кем стоял. Добрый день, поликлиника, слушаю вас. Запись дерматологу, да? Возможно, сейчас, минуточку. Ближайшая запись на 25 мая на 8.45. 429 кабинет на 25 мая на 8.45. Минуя регистратуру, проходите сразу в кабинет. Юлия Бударина, Олег Карпенко, телекомпания ТВН.